Делается все очень быстро и просто. Необычный рецепт торта без выпечки из ТикТока. Родные были удивлены. Получается вкусно и детям очень нравится. Продукты отлично сочетаются между собой. Всем привет и погнали экспериментировать. Моем и чистим любимые фрукты. Режем на мелкие кусочки. Мягкое масло погружаем в чашу и миксером взбиваем до бела. Туда же вливаем банку сгущенного молока и еще немного взбиваем. Получается гладкий и довольно густой крем. Самую сложную часть мы уже выполнили. Всыпаем в чашу сухой завтрак и измельченные фрукты. Хорошо все размешиваем, крем должен повсюду и везде проникнуть. Берем подходящую форму, а именно 20 сантиметров в диаметре, и перекладываем, утрамбовывая нашу получившуюся вкусную массу. Накрываем пленкой в контакт и отправляем тортик настояться в холодильник примерно на 3-4 часа. Достаем из холодильника, освобождаем от кольца и украшаем кому как нравится. Удивить получилось, все наелись, еще и на следующий день осталось. Вот такой неординарный рецепт торта из ТикТока. Всем приятного чаепития и до новых рецептов. Пока-пока!